Давайте раздеваться, пацаны, бля, я говорю, бля, кто еще со мной, бля? Нахуй артефиксы вместе с двуногой. Пускай просто Хованский зайдет в конфу, скажет, пошли нахуй пидорасы, говноеды, хуесосы, хуебесы и выйдет. Сделать, чувак. Так только один человек может. Я тебе могу свой телефон показать. 14, блять, он как слово артефикс увидел, отключил свой телефон. Я не шучу, блять. Либо артефикс выебал его маму, блять, либо это пиздец, блять. Да я сейчас сам начинаю меня... заткнуться, потому что. Да. Я мечтаю, вот... чтобы Хованский залетел. Потому что я, блядь, считаю Хованского гением просто. Вот это наилучший исход, кстати, был бы, настоящий, если бы внезапно залетел. Было бы красиво, но сегодня, к сожалению, он реально недоступен. Маргинал на Орландо Блума похож. Да нихуя не похож, блядь. Во-первых, Орландо Блум... Ты похож, что у тебя пиздатая прическа новая. Пиздец, маргинал. Я помню тебя еще 2 года назад, блядь, у тебя не было такой прически пиздатой. Сейчас у тебя пиздатая прическа, супер божественная. Еще, блядь, спорит с тем, что он похож на Орландо Блума, пиздец. 2 года назад, Маргинал, ты получишь. Баксу с носа. Знаешь, Маргинал, теперь у тебя хотя бы есть женщина, пусть и рыжая, и жирная. Я последний час признавался в любви к Хованскому. Это был не я, это была собака. Кто бы не признавался. И эти признания он даже не услышит, хотя... Услышит, он сейчас сидит на стриме, я уверен, на 100%. Скорее всего, знаешь, на чем он сидит, блядь? Я бы тебе рассказал. Я знаю. Да. На бутылке. На бутылке. Ласка, а ты что скажешь по поводу? Я скажу, последний вопрос зачитаю. Юра, единственный, кто смог выбраться из топа ютуба. Нет, похуй на Юру, блядь. Юра охуенный, об этом спора нет. Да. 50 рублей, чтобы мы кликнули тёлку, блядь. Ну, а на моих стримах, кстати, у меня правило, что кик любого участника стоит 2к. Да, тогда и артефикс бы отлетел с Вити СДМ. 50 рублей, это такая символическая. Ты тогда стоишь 50 рублей, блядь, хоть ты и женщина, блядь, маргинала. Я обожаю маргинала. Хоть бы и жил бы с ним, но ебать, тебя не любит аудитория, ты не нужна, ебать. Это просто обычная хуйня. Пока. Что значит, что... Чего я... Ладно, это шутка была. Ну как вы не понимаете, что это было? Чего? Какая, блядь, шутка? Вас, парни, чаевые. Вот, Ласка, ты как человек, который натурал. Ты всегда говорил, если у нас есть стримхата, то мы должны сосать пиво и сосать члены. Ты скажи сейчас, кто нужен в этой конфе, кроме Вити СД? Только я. Больше никого не надо. То есть мы остаемся вдвоем? Даже тебя не нужно сейчас тогда, в таком случае. Всем было бы интересно смотреть на меня, одного сосущего пива. Хуесос, что ли, совсем, блядь? Совсем. Я серьезно говорю, если ты спрашиваешь в таком именно стиле, то ты только на я нужен. 2000 закинуто. Пиздец, чувак закинул, написал минус рыжуха. Что я могу сказать? Рыжуха, давай. Инстант, блядь. Я помнил тебя человеком, который был моим подсос... Между прочим, у меня есть один человек, которого я сейчас хочу, точнее, не рехощу, а хочу, чтобы правильнее было говорить, который учил Вального пранковать, серьезно говорю. Ужас. Учил Вального пранковать. Человек, который на АТС звонил? Браков? Учил Вального реально пранковать. Он на 2Ч Вальнов пранковал, писал в тредах там в разных. Но у меня есть человек, Равудус его ник, он учил Вального пранковать собственным, блядь, голосом. Илья, что так? Илья, как твое мнение, по-моему, домкрата? Сейчас болевану. Да? Вот, пожалуйста. Ну, это, кстати, мнение по поводу... Ну, ладно. То есть, он не шутит, что ли? Сейчас болевану. Похоже на то, что Илья в шоке в полном. А он медит... Илья, скажи, если ты в полном шоке, то мы все закончим. Мы все просто разойдемся, нахуй, и все, съебем. Это не важно. Вы сидите, но... Все хорошо. Вас, парни, чаевые. Да, без слов. Но я сейчас... Балбаксу с носа. Не надо, только не на пол. Ласк, предложи всей конфичату выпить вместе меньше, чем 3. Блять, мне звонит тёлка из Тиндера. Сейчас один момент. Покажи ее фотки. Да ладно, Тиндер. Жопу. Грайндер. Так. Ласка пиццу заказывает или что? Я не знаю, скорее всего, он с тёлкой из Тиндера пиздит, как бы ее в жопу выебать. Витяй, мы же с тобой, ну, просто чтобы по стороннюю. Кого в жопу выебать? Подожди, я услышал издали.
твоего деда, блядь, чтобы постороннего закрыть, ты прекрасно знаешь, что мы с тобой были знакомы задолго до того, как твои треки заказывали мне на стриме. Мы с ты и Пума прекрасно знакомы, и всегда общались, и все было прекрасно. Чтобы ты не пиздел, что я выебался на тебя. Чтобы ты не пиздел, животное, блядь, которое не могло даже меня поддержать против... Блядь, да пошел ты нахуй. В смысле? Ты гонишь, что ли? Я за тебя был. Пиздец, пиздец, Илья. Расслабься, релакс. Сейчас блевать. Ты меня с Гитлером сравнивал. Ты меня с этим... С Усамой Бен Ладеном. Гандон, что ты про мою женщину писал, блядь? Это еще хуже, чем он про моего отца говорил, блядь. Вы все хуесосы, блядь. И постеронии нихуя не сечете, блядь. Гандоны, блядь. Ща член достану, повожу вам по губам, но не буду. Это будет постероний. И на стрим. Илья, не води членом по лицу никому. Давай, давай, раздевайся, блядь. Раздевайся, блядь. Давай. Ну, мне сейчас звонила тёлка, знаете, с каким вопросом? Давай раздевайся. У тебя есть фен. Фен. Тонко. Серьезно говорю. Я клянусь богом. Клянусь. Она так и спросила. Реанизация фен? Я с третьего раза спросил, типа, чё, чё? Она говорит, фен у тебя есть? Я говорю, нет. Феназепам. Есть фен или нет? Феназепам имеется в виду. Нет. Нет. Не феназепам. Нет. Но в любом случае она приедет ко мне, скорее всего. Но не знаю, когда. Блять, ну, может быть, я и сидел с тобой в бочке, но с жирной шлюхой, похожей на Миру... А, ладно. Да хватит про жирную шлюху, похожей на Мир ХС. У вас, парни, чаевые. По баксу сразу. Много историй из бочки сегодня. Я вообще не понимаю, почему мне тёлка из Тиндера позвонила, я даже ей ничего не писал. 3 часа ночи. Копаешь закладку, выкапываешь, доставляешь, внюхиваешь в нос и становишься веселее. Однако тебе это сильно влияет на центральную нервную систему. Это очень плохо, это очень хуёво. Говно полное. Хуйня. Меня спрашивал тёлки о такой хуйне сейчас только что. Я ей сказал, что у меня такого нет. Такое нахуй не нужно. Товарищ майор. Да, товарищ майор. Я, наверное, должен. Ну, блядь, у всех есть вопрос. Даже ты, Ласка, спрашивал у мобстера на тему того, что происходит. Я бухой, но я расскажу, потому что, ну, это тупо. Короче, на тему донатов мобстера и всего остального, потому что многие люди в последнее время слишком его хуярят на эту тему. Короче, в частных клиниках, класс, куда парни, он пошел, вы. Когда его начала хуярить болезнь, повышенное давление, он терял сознание и так далее. Ему очень сильно разъебали мозги на тему того, что у него опухоль и так далее. Сколько нужно, типа, на лекарства, на операцию. Ну, типа, это обычная тема. Мы все вписались, безусловно, потому что ему не хватало денег именно на операцию. Он собирается эту операцию делать. Но когда его посадили просто на таблетки и так далее, оказалось, что это не настолько страшно, что он не умрет, что это типа доброкачественная опухоль и так далее. Первые 2 месяца, причем я помню, мы с ним пьянствовали там пару дней, и я помню, как он врубался, блядь, как ему хуёво было, и, ну, ты знаешь, Ласка, то, что он выпивает таблетки постоянно, эти ебаные. Тут нет никакого наебалова, никакие из этих денег он не потратил. Он действительно будет лечиться и просто в бесплатной, точнее в платной клинике постоянно слишком, блядь, шугают. Наверное, он не умрет в ближайший год, если там не будет лечиться, это правда. Но никакие из этих денег не потрачены, они все отложены и... Он до сих пор продает ВР там, и так далее, для того, чтобы вылечиться. И таблетки там стоят, например, по-моему, там говно, которое он жрет от давления, оно стоит там по 10 тонн, блядь, 2 Пиздец. Пачки, например. Недурная стоимость. Да. Так что, я не помню, как они называются, блядь, но никто вас не наебал, поверьте. То есть, да, блядь, мы были зашухерены,
намного... Бля, я просто вижу, как мобстера сейчас захуячивают, и он не может ответить, потому что он, типа, блядь... У вас, парни, чаевые. Не знаю, стесняется, но никто, блядь, никого не хотел наебывать. Я, например, я люблю 4 года назад всем или 5 сердцем. Лет, я не помню, сколько прошло. Короче, мы тогда выступили с Хованским на стендапе. Вот это великий человек. Мне тогда правая сторона тела отказала, бля. У меня денег вообще не было на то, чтобы прокапаться и так далее. Но мы хуйни нюхнули. Я сам виноват был, безусловно. Но я тогда попросил помощи, потому что у меня просто тупо не было денег вообще. Но люди, которые любят мое творчество, мне помогли. И я месяц отлежал, блядь. Я теперь могу ходить хотя бы. То же самое тут. Это чудесно. Ребят, давайте грустную это ноту чудо. Ловить не будем. Да тут нет грустной ноты, блядь. Тот же мобстер, он бы мог сам объяснить, потому что я-то, блядь, прекрасно знаю. Он не потратил эти деньги, но, типа, когда ему сказали сначала, что у него, типа, опухоль, он такой, типа, я умру, блядь, у меня нету для того, чтобы ее удалить, 2 миллиона. При том, что там смешные, ну, не то чтобы смешные, но там, типа, 400 тонн не хватало, ему закинули, блядь, и он говорит, типа, мы едем в Израиль, блядь, даже я, типа, базарил тогда с, ну, не буду базарить про Израиль, но в итоге идея в том, что, блядь, это не так срочно, там, и так далее, как могло бы быть. Главное, что все хорошо, им будет жить. Да хуй его знает, будет он жить или нет, я хуй знаю, типа... Ну, это... Да чтобы он умер, нахуй, блядь. Нет, это... Да я шучу. Но это, блин, на самом деле нихуя не смешно. И... Убер-маргинал. Никто никого не наебывает. Убер-маргинал. Великолепный, неотразимый. Правда ли то, что мы лед под ногами майора, и чем пахнет вечность? Чем пахнет вечность? Блядь. Вас, парни, чаевые. Друг крутой, папа вечность носа. Пахнет нефтью, даже отсюда чувствую. Закрывай вкладку, иди нахуй. Это Егору. Не, я... Блядь, серьезно. То есть, шло серьезное обсуждение внезапно. Бля, продолжи текст Егора Летова, короче. Бухаю, паленый ермейстер. Когда она к тебе не... Когда она к тебе приедет? С утра. Закладка-то поспанет? Закладка тут не столь важна. Закладку делает другая женщина, и Ласка только смешнее, блядь, ржет и давай делает. Съебнем. Блядь, Ласка, вот скажи, если бы Дима был среди нас, как нахуй же... Нахуй мне закладка, у меня все есть. Дима, это этот... Ты пытался изобразить... Ты только что пытался изобразить, блядь, Вайтру, но... Бля, давайте Вайтру в конференцию закинем. Давайте, я буду клянчить партнерку, короче. Вайтра закинут, кстати. Он нихуя не ответит. Блядь, сейчас буду, я с ним общался, когда он был пьяный. Сосу. Блядь, да он не ответит нихуя. Вайтра не ответит, скорее всего, но официально, если попросить его, вдруг он трезвый, то было бы охуенно. Ты что, сам мод включил в чате, что ли, блядь? Ласка, ты что, прикалываешься? Что? Ты что, сам мод включил в чате, блядь? Давай общаться с чатом. Нет, никакого сабмода нет. Пиздобол, блядь. Да я ничего включал, блядь. Я вообще пиздел с какой-то тёлкой рандомной. Пиздобол, блядь. У тебя модераторы хуже говна, блядь. Они смайл-мод могут включить, когда это не надо. Пацаны, блядь, ну это полная хуйня.